А этот отец уже успел выступить на международном форуме «Россия – спортивная держава» в Перми. Дед заявил, что запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация, что, конечно, ожидаемо. Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на игры – это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия. И заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения. И что сами игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые к политике-то отношения никакого не имеют. И в качестве грубой, по факту, российской этнической дискриминации. И узнали также, услышали, что Олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера. Конечно, а терроризм никак не причастен к запрету, да? И тут гаранта понесло. Помимо нереалистичных планов кратно увеличить число спортивных соревнований разного уровня в РФ с высоким призовым фондом, он еще и объявил 2024 годом спорта и решил возродить физкультурные парады на Красной площади. Да-да, как в СССР.